Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 298. Длина одной из сторон треугольника равна 12,3 см. Что на 4,5 см больше длины второй стороны и на 3,2 см меньше длины третьей стороны? Вычислите периметр треугольника. Итак, из трех сторон треугольника у нас известна только одна, и известно ее сравнение с каждой из двух других сторон. Итак, что значит, что первая сторона больше, чем вторая? Это значит, что вторая меньше. Поэтому, чтобы найти меньшую сторону, которая меньше на 4,5 см, нужно от первой стороны, от ее длины 12,3 отнять то, насколько больше первая сторона. Так мы узнаем с вами длину второй стороны. Итак, по цифре 1 от 12,3 это длина первой стороны. Мы отнимаем 4,5. Это то, насколько она больше по сравнению со второй, или то, насколько вторая сторона меньше. Вычисления будем делать отдельно. Итак, чтобы нам найти с вами разность смешанных дробей, нам нужно привести их дробные части к общему знаменателю. Общий знаменатель будет, конечно, 24, потому что знаменатель второй дроби делится на целое на первый. И тогда дополнительный множитель к первой дроби будет 3. Итак, от 12 целых применяем основное свойство дроби, умножая числитель и знаменатель на одно и то же число, получаем дробь, равную данной. 9,24. Отнимаем 4,5. Находим разность целых частей. Это будет 8. Разность дробных частей. Знаменатель переписываем, а в числителе разность числителей. От 9 отнять 5 – это 4. Обратим внимание, что дробная часть у нас число сократимое. И числители, знаменатели число кратное 2, четное число – получаем, делим на 2, числитель это 2, на 2 знаменатель 12. Да-да-да, можно было сразу сократить на 4. Сократим еще теперь, осталось на 2. Это будет 8,1. Итак, 8,1 сантиметров это длина второй стороны. Заполняем таблицу. 8,1 сантиметров. Что мы еще знаем про первую сторону? Что она на 3,2 сантиметров меньше, чем третья сторона. Значит, третья сторона на 3,2 сантиметра длиннее, чем первая сторона. Поэтому, чтобы найти нам с вами третью сторону, нужно к длине первой стороны, к 12,3, прибавить 3,2. Тогда мы узнаем третью сторону. Итак, обратим внимание на знаменатели смешанных чисел. Взаимно простые, поэтому дополнительные множители к первой дроби будут 3, ко второй 8, а общий знаменатель их произведение 3 × 8 – 24. И тогда к 12,9 прибавим 3,16. Складываем целые части. 12 плюс 3 – 15. Знаменатель переписываем. Складываем числители числителей. 9 прибавляем 16, получаем 25. Обратим внимание, что дробь неправильная. Выделяем целую часть. 25 делим на 24 – это 1. К 15 прибавляем 1 – 16. И от 25 отнимаем 24, получаем единичку. 1,24. Итак, 16,1 сантиметра. Это у нас будет длина третьей стороны. Сантиметра.
Ну, а теперь смотрим на вопрос задачи. Нас просят вычислить периметр треугольника. Что же такое периметр треугольника? Для этого нужно вспомнить формулу. Периметр треугольника – это сумма длин трех его сторон. То есть, если стороны у нас А, Б и С, то все эти три стороны нам нужно с вами сложить. Итак, вопрос задачи у нас будет сумма длин всех сторон. Третье действие. К 8,1 прибавляем 12,3 и 16,1. Так как у нас общий знаменатель, мы уже знаем, это 24, дополнительный множитель к первой дроби будет 4, ко второй 3. И теперь складываем. 8,4 с 12,9 и 16,1. Складываем целые части. К 8 прибавляем 12, это 20. К 20 прибавляем 16, это 36. Черта дроби. Знаменатель 24. А числители можно сложить устно. К 9 прибавляем 1, 10. К 10 прибавляем 4, 14. Сокращаем нашу дробь на 2. Потому что и числитель, и знаменатель – четное число. 14 делим на 2 – 7. 24 делим на 2 – 12. И получаем 36,7 сантиметра. Это периметр треугольника. Все, можем записать ответ. Периметр треугольника 36,7 сантиметра. Все, мы с вами справились с задачей. Если вам понравилось наше решение, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть замечания, предложения, оставляйте их в комментариях к этому видео.